Фестиваль аматорских театров «Святло Рампы» пачнецца у Магілёве 28 кастрычніка. Сёлетні 8-й форум выйшаў за рамкі краіны. Кампанію беларускім калектывам складуць артысты з Кіева. Адкрые праграму фестываля спектакль беларускага народнага тэатра «Валянтін». Чым здзівіць на роднай сцэне гаспадары тэатральнага свята, ведае Ілля Соболяў. Чего не сможем сделать мы вдвоем над беззащитным? Что нам помешает свалить ему на пьяных сонных слуг и с ними рассчитаться за убийство? Гран-при минулого форума застався у Могилеве. Тады лепшим был спектакль народного театра «Валянтин» «Кабала Святош» по пьесе Михаила Булгакова. На этом фестивале коллектив покажа мировую классику. На суд журы и глядашов представит шекспировский «Макбет». Головную роль у постановцы выконывая актер Рустам Османов. Герои разноплановые, в принципе, как бы обыкновенный человек. Вот, у которого есть и положительные, и отрицательные черты. Тем, что она интересная и сложная, она этим роли подкупает. Поэтому это интересно, и чувствую я себя в ней достаточно комфортно. Премьера «Макбета» прошла 2 года тому. После постановки долгий час не демонстрировали публицы. Обновилась актерская трупа, менялись и режиссерские задумки. По сутности, на фестивале «Святло Рампы» театр «Валянтин» покажет новый спектакль. Текст остается канонический. И, так сказать, классическим, как у Уильяма Шекспира. А кое-какие такие, ну, интересные моменты, конечно, в спектакле будут. Как хозяевам, конечно, нужно брать на себя удар первыми, это раз. Ну и, конечно же, почетно открывать фестиваль, встречать всех гостей. Усяго на форуме магілёўчан чакают 10 спектакляў. Гульня актёраў не пакіне абыякавым нават самага дасвечанага гледача. Бо як казаў герой вядомага фільма «Беражыся аўтамабіля», званне народнага тэатра да шмат чаго абавязвае. А чалавек, які не атрымлівае зарплаты, будзе гуляць з большым натхненнем. Ілля Соболеў, Віталь Алексеенко. Навіны рэгіён.